Что так вял? Привет, рок-бар! Хочу сегодня слушать каждого из вас. Есть... я ничего не вижу отсюда. Есть ли те, кто пришел сюда первый раз на трибюты? Тьма. Для меня тьма рук. Я пару вижу, дальше, видимо, уже... Тьма. Что же такое трибюты? Они проводятся уже не первый раз. Это очередной трибют группы Нирвана тебе. И даже не первая группа Нирвана, да? Да, это не первый трибют. Первый трибют вообще в рок-баре был группа Нирвана, и он был год назад. Сейчас ровно год исполняется трибютом в рок-баре. Вы пришли, и мы рады видеть вас. Давайте поаплодируем себе. Ну что ж, я надеюсь, что вы знаете все тексты и будете подпевать, потому что, когда Нирвана выпускала свои песни, никто не понимал, о чем они поют. Не разбирали слова, и даже к некоторым клипам выпускались субтитры. Встречаем трибют Нирваны на сцене! Расскажи, пожалуйста, что будет происходить в ближайшие. Что будет происходить в ближайшие? 2 часа. Окей. В ближайшие 2 часа вас ждет 25 музыкантов разных нижегородских групп, которые будут меняться составами. Они будут творить просто неимоверное шоу для вас. Кто-то из них, вокалист своей группы, он будет гитаристом, барабанщиком, басистом, да кем угодно для вас. Да? Нет. Вот ты кто, Паш? Вокалист? На кого я похож? На кого похож? Барабанщика. Ну, судя по медиатору на шее, он гитарист. Все, ладно, он барабанщик, но сегодня для вас будет петь рок-бар. Встречай бурными аплодисментами! Умрет я, да. Yeah!
Ну что, продолжаем?